Всем привет, друзья! Привет, банда! Как ваши дела? Как вы проводите все свои выходные? Как ваше лето? Как семья, как дети? Как друзья, как работа? Как слюна, как губа? Как дела? Прекрасно! Как настроение? Здорово. Настроение хорошее. Это спортзал. Тут есть лежачки и бассейн. Вот так вот проводим наше воскресенье. Спортивно, спортивно. Солнышко немножко заволокло облаками. Облаками солнышко заволокло. А так, в общем-то, ничего. Приезд Дальнегорска. Привет. Миа Виа, классная, очень приятно, спасибо большое. Вы тоже ничего, такая мадам. Ты где, Костя, в Москве? Как блевот, агент Юрик. Вас сюда позвали смотреть, а не гадости говорить. Молчать, сука. Привет, калмыки, привет. Привет, друзья. Есть что обсудить? Давайте поболтаем. Какие у кого вопросы набежали? Кто хочет прямой эфир, может быть, вот Тёмка хочет в прямой эфире нам что-то рассказать. Давайте вот спросим. Парнишка молодой, что-то нам сейчас скажет, наверное. Нет, что-то он отменил, не хочет с нами общаться. Ева вот нам пишет, какой же ты красивый. Ну как вот, я же вообще некрасивый. Вот о чем вот? Вы не льстите просто. Ты в Москве. Сколько лет? 34 года. Привет, годика. 34 годика. Амурка, привет. Привет из Новосиба. Опять привет, у нас день приветов. Здорово, Костян, передай привет Юля. Юля, Иркутск. Тебе пламенный привет на Байкал улетел. Почему же расстался с Сашей? Вот это мы ждали. Это самый главный вопрос моей любой трансляции. Почему же мы расстались с Сашей? Черт возьми, почему же мы расстались с Сашей? Почему? Потому что мир несправедлив, и иногда мы все видим немного иначе, как хотели бы. Вот поэтому нас просто съела бытовуха. Идем дальше. Привет с Молдавии. Привет. Ты где? В Москве смотришь Дом 2? Только нарезки в интернете, там, в группе. Что-то реалити какой-то там Дом 2. Привет из Арсеньева. Ну, это, кстати, дает полную картину, что там происходит, в принципе, в двух минутах. Без гостя ты без цены. Это что значит? С гостя я стал подешевле или что? Я не понял. Это как? Не понял вашего. Без гостя будет и без цены. Это как? Без гостя мы не вместе просто. Красивый мужчина. Очень приятно, спасибо. Ты свободен сейчас? Свободен. Для нас девушек ты красивый. Но это значит где-то внутреннее где-то есть харизма. Красивый сын у тебя, копирочка, спасибо большое. Прокопчик, вот Прокопчик будет злодеем. Мы его сделаем еще лучше, чем мы. Алло, гараж, идем кофе пить. Идем. Куда? Пошли. Привет, Минск. Ты очень красивый. Пожар. Пожар, надо тушить. Ты Саша? Саша, иди сюда, покажи себя. Это ты предложение сделал Чернушке? Нет, у нее есть молодой человек. Я свой шанс прозевал. Не воспользовался. Поэтому у нее теперь скоро будет муж, по всей видимости. Если это не шутка. Но если это так, то класс. Тут красиво смотрится, еще бы чуть насыщение, вообще огонь.
Да, тату красиво смотрится, потому что. Ну, надо делать коррекцию. Коррекцию татушечки надо делать. Вот одна картина. Тут у нас лев смотрит, тигр взгляд, что означает смотрим опасности в лицо. Надо делать коррекцию. Уже прошло несколько лет. Привет из Штутгарта. Наши люди. Привет. Как тебе чем со 140 килограмм? Ну, жирная чушка молодая. Очень жаль, что люди не могут просто закрыть рот перед холодильником. А жалуются на, не знаю, на что. На что там жалуются? На желание покушать, пожалуйста, да? Жалеешь расставание и поддерживаешь связь с кем? С кем жалеешь? Я ни с кем не жалею, просто делаю выводы, что был где-то неправ, и где-то, потому что с каждым днем встречаются хорошие люди. Я думаю, что дальше тоже будет встречаться хорошие люди, поэтому где-то мы что-то делаем неправильно. Короче говоря, ни о чем нельзя прям так прям жалеть. Но, конечно, бывают моменты какие-то грустные, конечно. Когда вот, допустим, бывшая девушка выходит замуж. Ну, конечно, это немножко грустно, по-честному. Не то, что как плохо, что у нее все хорошо. Нет, не поэтому. Потому что она действительно в каких-то моментах она действительно хорошая, достойная девушка. И я тут все сам испортил. Хай из Киева. Привет, Костик, я тебя обожаю. Привет. Ты в Владивостоке? Нет, в Москве. Так, позитивный, спасибо. И вам всего того же. Позитивчика хотелось бы передать этим эфиром. Ты сильно балуешь сына и жена бывшая не хочет помириться? Сына я не смогу сказать, что сильно балую. Ну, по мере возможности, потому что я нахожусь далеко, и мне хочется его радовать, конечно же. Вот у него будет в августе день рождения. Думаю, что бы ему подарить такого, этакого. Нихера у тебя банки. Совсем нет, это фотошоп. Много во Владике заднеприводных корчей. Заднеприводных корчей это машин? Не понял. Достаточно, у меня тоже заднеприводная машина. Привет, ты где отдыхаешь? Не знаю, это называется tennis.ru, спортзал. Поехали поплаваем, у меня выходной сегодня. Я плаваю в бассейне. Если находишься в Москве, приезжай. Тут рядом есть место, где поплавать. Из Томска. Привет. Барнаул. В Израиле был, в Израиле не был. Жду приглашения. Привет из Одинцова. Привет. На Дом 2 не планируешь вернуться? Таких планов нет. Какие у тебя планы на лето? Грандиозные планы, великолепные. Отдыхать, наслаждаться солнцем и быть на позитиве. Питаемся витамин D. Да, солнце? Вот. Думаю, что в это лето будет классно. Киев тебя ждет. Ох и красавчик. Киев классный. Никогда не был. Очень хотел бы побывать. Хочу такую кепку. Заходишь в этот магазин, в официальный, покупаешь. По-моему, 2000 рублей. Все просто. Жена, не хочешь помириться? И почему с собой на лето не заберешь? Потому что он находится в прекрасном месте около моря, с дедушкой, с бабушкой, в деревне, где можно погулять с друзьями, сходить на море. Ну, летом просто очень круто. Что в Москве сделать ему летом? Я по сыну говорю. А жена помирится, но нет, время ушло. Поэтому вот, кстати, жена вот в эфир вышла, бывшая. Кристин, привет. Коты, привет. Почему коты? Где коты? Есть кот. Есть один кот. Не хочешь про машины? Ну, конечно, про машины, не про мужиков же. Да, про машины я все ответил. Конечно, много. И праворуких, заднеприводных машин. Привет, Викуля. Случайно не за тебя замуж уходит? Только что сказал про Вику. Вика не за меня замуж уходит. У меня мой шанс сделать эти предложения. Я им не воспользовался. Хотя, думаю, мог бы. На что ты потратил бы миллион?
на что бы не потратил. Даже не знаю, куда деть этот миллион. Скучаем, вот видите, вот, бывшая супруга скучает по мне, пишет. Кристина, что это за... Блин, у меня аж телефон с рук выпал. Что у тебя за минутка? За минута этой нежности, ласки, не стоит, не по... На миллион куда потратил? Вон, жене бы вот отдал после таких слов бывшего. Пусть купит себе сапоги. Салам, суфы, Уфа, привет. А, Костя симпатяга, спасибо. Сын же скучает. Кстати, уже что-то я неделю не общался с ним, целую неделю. Надо позвонить. Через месяц я буду во Владивостоке и все его скуки утолю. Да, как тебе подключиться к тебе? А там набрать надо... Видите, какая вообще деревенская жительница Кристина. Надо нажать там, присоединиться к эфиру. Потыкай. Я думаю, ты разберешься. Я увижу такую ссылочку, на нее тебя нажму, и мы выйдем в эфир. Привет с находки. Находка, привет. Расскажите, как правильно там нажать, чтобы выйти в эфир ко мне. Кристина, я в тебя верю. Давай, сделай. Костя, так много стричков возвращается на Дом-2. Давай и ты. Пишите петицию, президент, чтобы меня вернули. Так они, Кадони против, видите? Кадони, Гандони против. Поэтому никто не хочет возвращать меня. Знаешь, такое приложение номера? Знаком, конечно. Раньше оно было популярно, сейчас не думаю, что такое популярно. Кто-то вообще общается там еще. А, Костя, как кофе с тобой попить? Если ты харизматичный, интересный человек, напиши мне, и попьем кофе обязательно. Потыкай, Кристина. Кристина, пальчиком. Пальчиком потыкай. Ой, I need help. Она еще английский, знаете, знает. Котя, ну, Кристина, что ты делаешь с моим сердцем? А? Что ты? Зачем же ты? Только эти зажившие раны опять начинаешь теребить там. Приезжай к нам в Арс. Арс — это что, Арсеньев? Что такое Арс? А, вот. Джана тебе пишет, стать гостем там наверху есть. Где-то есть наверху стать гостем. Так ты обрадовался. Но это было необычно, она в первый раз здесь, кстати. В первый раз здесь пишет. Поэтому это необычно. Кадони, черт, иди назад на проект. От Кадони ничего не зависит, конечно же, это шутка. Кадони, Гандони, конечно, он черт. Но от него ничего не зависит. У меня... разногласия по другому поводу, потому что я человек такой с характером, так скажем, у меня есть на все свой взгляд, и руководство со мной сложно просто работать. Что-то там, что я вчера делал, что они хотят, там, говорил то, что они хотят, очень сложно. Поэтому меня то и не зовут. Я был там исключительно, потому что у меня были нормальные отношения, которые были интересны людям всем. Гандонина самого гнать шею оттуда, он против всех, кто интереснее его. Ну, он просто тщедушный человек, очень женоподобный мужчина. И пора ему сделать как-то, когда раскрывается, что гей, как... Короче, ему надо взять признание, что он такой. Ты так обрадовался, когда я Кристина написал, но я уже сказал, почему, потому что это необычно. Она помириться хочет. Да нет, она... не хочет помириться, мы просто нормально, хорошо общаемся. Когда у нее нет молодого человека, моей бывшей супруги, когда она такая немножко беззащитная, когда ей немножко не хватает там внимания, денег, она начинает со мной общаться. Когда у нее кто-то появляется, она становится очень крутой и независимой. Такой, чё ты там? Я с тобой разберусь. Там. Как только она одна, она просто лапочка. Зачем все время спрашивать про бывших? Это для каждого должно быть пройденным этапом, и ничего не ворошится. Ну, людям интересно, чужая жизнь, спрашивать. Вам интересно, я буду отвечать. Арсений, наверное, зимой, говорят, хорошо, там горнолыжка, а что у вас там делать летом? Я из Иркутска, ты в Москве долгое время жила, фото с Королла 120, и долго не мог не понять, почему руль справа. Был в Иркутске, на Байкале. Да, руль справа для москвичей, это вообще как бы, они этого не понимают. Вот если я хочу попить кофе с тобой, во Владе буду в августе. О, Иванова разобралась.
Иванова разобралась. Давайте включим, добавить. Спросим, что, почему у нее такое настроение хорошее. Что у вас было с Розой? Это секрет. Вот она красотка. Что у тебя за секунды нежности к бывшему мужу? Соскучилась. А что это такое? Что у тебя такое? Соскучилась она. Соскучилась. Ты знаешь, что сейчас смотрят не только мои подписчики, но и твои подписчики. И все твои парни. Да? И все твои парни разбегутся теперь. Ты в курсе? Ты палишь контору, ты вообще не так никогда никого не найдешь себе. Ну ладно. Я пёрку завысок. А, это какая-то кровавая Мэри, наверное. Арбузовый фреш. По синей лавочке, да, решила позвонить? Да нет, трезвая еще. А завтра рабочий день. Видите, вот человек, что доводит одиночество, начала работать даже. Да. Ну вот, а раньше не работала, все плохо было. А сейчас за 30 тысяч пашет, как с утра до вечера, как папа проклятый. И все хорошо у нее, да? Да. Все познается в сравнении. Да. Ну расскажи, как начинается твой день? Ой, мой день начинается с вкусного кофе. Дальше. С душа, с хорошего завтрака. Так, помылась, подбрилась, дальше что? И пошла на работу. Под хорошую музыку поехала. А Прокопчика кто до садика довез? У родственников у твоих. Нет, я говорю, а если с Прокопчиком? Ну так вот просто расскажи мне, нет, я не про сегодняшний вечер, а вообще вот день девушки с ребенком, с маленьким. Какой он? Тяжело же вот одной с ребенком. Конечно, тяжело. Ну вот расскажи, расскажи свой день с девушки с ребенком. Одинокая сильная личность. Какой? Самодостаточный? Да, такой независимый, самодостаточный, сильная женщина. Ты проснулся, умылся, сделал завтрак ребенку. Да. Отвез его в садик, либо в школу. Так. Поехал на работу. Так. Дальше поработал. Не чапка. Свалил пораньше. Свалил пораньше с работы, если улыбнулся начальнику. Для того, чтобы забрать ребенка, правильно? Естественно. Ты не просто так улыбаешься начальнику, потому что он тебе нравится. Только же для того, чтобы забрать ребенка пораньше с садика. Тут все взаимосвязано. Ты знаешь, что начальник тоже может смотреть этот эфир? Возможно, но мой начальник, я думаю, не смотрит. Далее, что ты? Повез ребенка на какие-нибудь занятия. Ты поехал уже не по гулянкам, а ты поехала, ну, ты отпрашиваешься не потому, что ты поехала гулять, там, на пляж, там еще, ты поехала за ребенком. Да. Да, им вот, да. Да. Дальше. Все, дальше ты отвез на какие-нибудь занятия, какие у вас по расписанию. Посидела, пождала его, да, под этими занятиями? Да, посидела, наконец-то, в телефоне за целый рабочий день. А как же личная жизнь, свидание мужчины? Ну, это остается на задний план, уходит. Вот так вот. Да. Ну и скажи, лучше одной вот такой вот, либо семья все-таки лучше? Как лучше? Когда в семье все дружно, конечно, лучше. Ты же сам знаешь. Но когда в семье такой разлад, какой был у нас? Какой же у нас разлад был? Мне кажется, у тебя просто крыша съехала от хорошего отношения. Да. А, да? От хорошего отношения, да. Покажи сиськи, которые тебе подарил. Плохо и живет. Ты хочешь вторую киску? Ты у кого в гостях? Смотри, у тебя вторая киска. Ты у кого в гостях? Я у Оли. Оля тебе привет передает, кстати. Оля, привет. Ну, привет. 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 Какая красивая киска у Оли.
Красивая киска Оля? Ну ты же знаешь, у меня нет некрасивого. Нет, не киска Оля, а киска. А киска Оля. А, киска Оля. Ну, киска Оля. Как это? Двояко, да, звучит? Красивая киска Оля. Да. Кот. Очень красивая очень Оля. Mm-hmm. Приеду, дашь погладить киску? Оль, к тебе вопрос. Нет. Ладно, все, давай, мы отключаемся, я домой. А, все, что ли? Вечеринка закончилась? Ну да, все, у нас утухло. Предложения нет. Ну ладно, расскажи, нет. Вот, вот девчонки, вот подписчики спрашивают, что-то не спрашивают у нас. Это твоя бывшая жена? Да. Так, сейчас еще раз давай почитаем, какие-то вопросики были. Ты просто, Кристи, зажралась, вот тебе пишут, понимаешь? Я тоже согласен. Кристи зажралась, понятно? Кристи зажралась. Кристи зажралась, вот конкретно. Ну, я вижу, что у меня щеки пухнут, второй подбородок растет, я реально зажралась просто. Уберите колбасу со стола, блин, а? Ну, сколько можно, вот, девочки? Вот, Кристина тебя спрашивает, чего тебе не хватало с Кости? Чего тебе не хватало, расскажи. Мне всего хватало. Чересчур, да, по-моему, поэтому? Поэтому зажралась. А, красивая у тебя жена, Костя, это моя бывшая жена. Спасибо. Ну, спасибо, да. Она действительно красивая, симпатичная девушка. Давайте ей найдем нормального парня, чтобы был мужественный, такой, как бы, брутальный мужчина, да? Mm-hmm. Какой тебе нужен? Я пока не готова. Ну, давай хотя бы это, зов какой-нибудь кинем, найдем тебе нормального мужика. Ю-ху-ху! Кидаешь зов, да? Устраивай кастинг, я буду сдалека наблюдать. Ну, так наблюдать. Ты скажи, ты какие характеристики скажи какие-нибудь. Ну, давай, ну, как нам? Как нам? Ты знаешь, девочка? Я не могу сказать так откровенно. Ты при мне стесняешься все? Да, откровенно я стесняюсь это сказать, честно говоря. Ну вот там 200 человек смотрит, вот давай расскажем. По-любому парочку нормальных я тебе на ушко скажу. Хорошо. Можно на ушко сказать? Говори. Ты когда к ребенку когда поедешь? На следующих, я думаю. У меня зарплата во вторник, на следующих поеду. А вы помогаете финансами же бывшей жене? Ну, конечно, у меня машина жрет столько, что если бы Костя не помогал финансами, я бы просто на стоянке ее оставляла постоянно. Да не, ну хотелось бы больше, пока сумма не такая прям космическая. Да, давай, зарабатывай больше, чтобы мне больше помогать. Давай, реализуйся. Реализуйся. Если бы ты была бы позговорчивее. А тут ты начинаешь, когда у тебя, я вот рассказывал, когда у тебя есть парень, ты начинаешь быковать. Кто-то ты пишет, Костя, ты такое чмо. Вот мне интересно, зачем люди пишут, Костя, ты такое чмо, унижать только и привык. Зачем про сиськи болтаешь, рот конченый, мерзкий. Ну, это моя гордость, потому что я своей бывшей девушке, жене, сделал грудь. Я, это моя предмет гордости. Вы не подумайте, что я хочу ее оскорбить. Я просто горжусь этим моментом, что я... Страшная. Да. Это про меня пишет Кристина. Это страшная. Про меня, она такая страшная. Какая у машины Кристина? Не рассказывай, какая у меня машина. Не рассказывай. Ну, хорошая машина. У нее хорошая машина. Она похожа на Гузя. Ну как Костя может просрать такую жену? Да это не я просрала, а она меня просрала. Чему сладкий, да мы всегда будем вместе. Самый ты не лучший. Обольщайся просто. Это просто штамп в паспорте. Ну, ты навсегда мой. Я согласен. Вообще, что если тебя понесло? Ты что, блин, а? Согласен, что мы-то всегда родственники. Как бы, девушка очень хорошая. Ну, а почему? Блин, от этого уже никуда нам не уйти. Я не знаю, как отключиться. У тебя идеальная бывшая жена. Она стала идеальной после того, как она поняла и прошла все проблемы и этапы вот этой свободной жизни. Да, только тогда она накопилась этого мудрости, вот этой вот женской, и стала вот такой, как она сейчас. Да, малыш? Ребятушки, я хочу сказать всем огромное спасибо. Я читаю столько комплиментов, которые вы пишете о том, что я
очень милая и привлекательная, и очень добрая. Хочу сказать вам огромное спасибо Костиным подписчикам. Мы очень вас любим. Да, и хочу со всеми попрощаться. И, честно говоря, не знаю, как отсюда выйти. Там наверху, наверху написано «завершить». Как бы это глупо не звучало. Вот. Всем пока-пока. Могу помаячить еще минуту. Телефон могу минут 5 помаячить еще, искать стрелку для выхода, грубо говоря. Я недавно только с Excel подружилась, поэтому как бы... Ах ты, ты пехочка, да? Нет, конечно, ребята, это все шутки. В общем, всем спасибо. Очень было, приятно было пообщаться. Заходите вот. Еще. Очень приятно. Ой, с удовольствием. Наших... Ты меня давай, целуешь? Мам. Целую. Подруги, давай, пока. Привет. Подругу давай, тоже привет. Целую. Давай, подругу хорошо. Целую. И кошечку. Вот здесь видео с Константином. Наш... Не можешь найти, но ты Вить. Попробуй. Вот, все, отвалило. Все, дышать стало легче. Ну, вот такая вот у меня бывшая супруга. Веселая, иногда бывает, добрая иногда бывает, но не всегда. Вы не видели ее в гневе, на самом деле. Ужасный человек, когда она злится. Что-то подзависло, да, по-моему, нет у нас? Так, Кость Excel купил. Кость Excel купил. Excel это программа вообще такая. Да ладно, прикольно она. Не, она прикольная, конечно. Видите, какая. Как бы только о хорошем говорить. Хотя последний раз мы всегда когда мы с ней долго общаемся, мы не можем с ней нормально общаться, и мы все время ругаемся. То есть у нас как-то вот все время какая-то злоба друг к другу. Ну, такие вот моменты бывают, на самом деле, очень редкие, когда мы нормально так разговариваем. А с гостя сообщаемся, но у нас с гостя нет ничего общего для общения, поэтому только эмоции, которые уже поросли мхом, поэтому нам смысла общаться нет. А вот с Кристиной нам есть о чем общаться, у нас есть сын, у меня есть ответственность, у нее есть забота. Общие у нас и заботы, поэтому мы общаемся. Так бы, я думаю, не думаю, чтобы мы общались бы. Какая машина у Кристины? Машина нормальная, машина хорошая. Костя, Владивосток, когда в августе буду? У меня у сына в августе 7 лет. Поэтому я обязательно буду там. Костя, ты ее разбаловал, она зажралась. Ну, я не разбаловал ее, но где-то в каком-то моменте в отношениях, конечно, разбаловал. Это точно. Кто Крис по знаку? Крис по знаку рыба. Передай привет Юле. Юля, тебе огромный. Вы заебались с гостью сидеть в жопу. Ну, сравнение, где-то видел, кто-то сравнивал Кристину с Сашей, это абсолютно вообще два разных типажа, хоть и именно внешне. Именно внешне они абсолютно разные. У них может быть очень похожий эмоциональный там фон какой-то. Обе таких, две личности у них. В Кристине тоже есть такое хорошее, доброе и очень такое прям эмоционально злое, как и в Саше. То есть такая характерная девчонка. По поводу внешности абсолютно два разных типажа. Почему ВК не отвечаешь? Напишите, я отвечу ВК. Я там как раз всем отвечаю ВК. Странно, что не видел. Ты где? Сколько лет жене бывшей? Жене 30. 30? Чуть-чуть постарше. Чуть 30 с хвостиком. Кто-то по глубям отгадал? Да не, никто ничего не отгадал. Все затупили. Вот, поэтому сутки прошли, поэтому уже не актуально. Что сыну подаришь на день рождения, еще в обсуждении, в раздумьях, это будет пока секрет. Поэтому, не то, что это секрет, пока я не знаю сам. Кто ты по знаку? Я Овен, бычок.
Да, рыбы не такие. Ну, рыбы, она прям такая рыба, которая не молчит. Которая, наоборот, слишком много бьет хвостом. Так. Девахи со стержнем. Ну да, девахи со стержнем, но типажи абсолютно разные. Костя, ты моя мечта, хочу мужа такого, как ты. Вот это прекрасно, конечно. Вот это вот отличная, отличная заявочка на победу. Привет. Никакого... Никого не слушаю. Вы оба красавчики, вы замечательный сын. Безусловно, мы оба красавчики. У нас самый лучший и великолепный сын. А, Кать, привет. Тебе всего хорошего. Как ваша вчерашняя пижамная вечеринка? Бывает такое, знаю, когда каждый раз разговор выходит на злость, сейчас так же, пытаюсь с этим бороться. Нет негатива, только позитив. Чтобы у вас в семье только царило хорошее и доброе общение, без матов и рукоприкладства. То есть в «Ведущих из дома 2» тебе больше импонирует, ну, я прям на личных отношениях, когда ты там общались с Бородиной, с его мужем, и классные ребята, мы как-то были там в нескольких тусовках с ними, абсолютно душевные, отличные люди. Поэтому, конечно, Ксюха. Костя, колись, Роза приставала, или боишься, Андрюх, чтобы честно признаться? Слушайте, они решили жить мирно и счастливо. Зачем мне лезть со своей правдой и со своими рассказами об этой ситуации? Пусть люди живут и радуются, что они там любят друг друга. Ну, она сделала ошибку, она ее осознала, все. Пусть они живут. Костя, ответь в инсте, отвечу попозже. У всех одна. Так, у всех одна, только в половину экрана или только у меня? Я не могу вам ответить. Ну-ка, ответьте, девушки. Что за поединок ты рекламировал? Поединок, который будет во Владивостоке, в цирке города. Выступать будут мои друзья. Поэтому приходите, посмотрите, поддержите. Так. У вас с женой бывшей какая разница? 2 или 3 года у нас разница, по-моему, что-то такое. 2 года, да, Кристи? 2 года. Все бы не без характера. Да нет, ну разные люди есть. Но иногда ты готов с этим мириться, а иногда не готов. Вот когда ты готов мириться ради чего-то общего, тогда получается классно. И характер остается у человека, и семья, и все здорово. Завтра собеседую администрацию Владивостока. Давай удачи, Ника, всего тебе хорошего, роста тебе и успехов, чтобы все прошло четко. Ответь, пожалуйста, про машину кого-то. Жук хороший. Ну, это ее личное дело, какая у нее машина. Я могу про свою сказать, что у меня Прадо Ланд Крузер, если вам это интересно. Ушло экран, когда бой в Амиран. К сожалению, Амиран меня пригласил на первый самый бой с Хазиром, на который я отказался приехать, потому что мне не было билетов в Владивостока. Да и настрой был не тот, я отказался. Больше предложений пока мне не поступало. Но думаю, дай бог меня услышит, и я с удовольствием выйду, пока я в Москве. Так. Все ясно, Костя. Я не снималась вроде непутевая девка. Да я не сказал, что она путевая или непутевая. Это их дело просто. Зачем это комментировать? Почему мы с женой развелись? Потому что жизнь такая штука, что мы не ценим того, что имеем. Когда мы разбегаемся, мы где-то начинаем анализировать и понимаем, что это все, главное все-таки семья и нормальные, спокойные отношения. Спокойных отношений не было, поэтому не было у нас шансов.
никто не хотел меняться. Костя, когда жена была с тобой, ты позволял ей работать? Я очень хотел, чтобы она работала, но она не хотела этого делать. И ей было проще просто меня душить по бабкам. И все время что-то не хватало. Все время мало, а сама ничего не хотела. Один из поводов того, что мы расстались, потому что ей все время чего-то было не хватало. Все время мало, все время недовольна. То есть, короче говоря, меня просто это подзаебало в какой-то момент. Предзарсеньева, всего тебе самого доброго. Спасибо большое. У тебя есть девушка? У меня нет девушки. Каждый разговор про злость мое было сообщение. Я тоже рыба. Наверное, это у нас такой характер. Правда, сложно. Ну да, у вас это есть. Такая неприкрытая злость. Приезжай во Влад, посоветую, куда сходить, ночью потусить. А приезжай во Влад. Ну, слушай, у нас не так много мест, где можно потусить. Это зума-караоке наверху, там неплохо. Аудитория. Это селфи, это ку-ку. Да и все вроде у нас. На этом все. Что думаешь по поводу братьев Тараса? Да я ничего не думаю. Думаю, что это какие-то там, блядь, не знаю, какие-то один одноглазый, другой вообще какой-то наверху ебан. Ничего не могу сказать. Я лично не знаком, так они мне через экран не особо мне и симпатию вызывают. Какие-то так вот просто по-обывательски уебаны. Хотел бы с бывшей женой быть как женщиной? Нет, не хотел бы. Уже очень много времени прошло, и у нее там своя жизнь была, уже нет, неинтересно. Уже просто хотелось бы быть нормальными людьми с ней. Уважать друг друга, на этом у нас все. А то два не собираешься возвращаться? Нет, таких планов нет. Почему всех ебет тачкой бывшей жены Кости? Блять, я хуй знаю. Реально, почему? С каких характеров хотел бы жену? Главное вообще, я понял, что это уважение к мужчине и воспитанных женщин. Сегодня этого нет. Вот чего не хватало? Чего не хватало, вот Кристине, к примеру. Сколько вы прожили вместе с Кристиной? 4 года. Сними дурацкую кепку, она тебе не идет. Это кепка от солнца, которая мне слепит в глаза. Если вам не идет, переверните страничку. Идите дальше. Это плохо, когда женщина не хочет работать. Женщина, безусловно, должна развиваться. Когда женщина не развивается, она неинтересна просто вообще. То есть женщина должна быть тоже какие-то цели. Так же, как лежащий мужик на диване, это никому не интересно. В принципе, даже там, тем более, через несколько лет жизни вместе. Пусть это... Так что давай не дадим мне проспать. Хочу мужика, как ты. Хорошо, мы учтем ваши пожелания. С Чуем общаешься? Как он там со своей? С Чу нормально, за Чуй красавчик, Чуй развивается. Чуй молодец, у него все хорошо. Они идут к тому, чтобы зачать ребенка. Я думаю, скоро можем за них будет порадоваться. Марина, тебе хорошего дня и спокойной ночи. Спокойной ночи тебе. Давай директ по видео. Наверное, не сегодня. Какой грубиян, научись нормально разговаривать. Да, абсолютно нормально тебе сказал. Хай-фай из Майами. Майами, привет, Кристина. Вот Кристина психолог. Может, что-нибудь тоже расскажешь про психологию? Выходи в эфир со мной. Будешь делиться с людьми какими-нибудь интересными новостями. Покажешь, как выглядит Майами. Отвечаешь на эти звонки, и если звонят? Нет, не отвечаю. С незнакомых номеров не отвечаю. Чуть такой в жизни, какой на проекте был, а что плохого у него в жизни на проекте было? Да, абсолютно такой же. Бывает эмоциональный. Все люди такие. Бывает, если их доебать и раздражать. Девушка или жена есть? Нет. Я во Владе, у меня ночь. Я знаю, что во Владе уже ночь. Спокойной ночи. Черт возьми, это было
эксклюзивное предложение. Эксклюзивное, но если эксклюзивное, значит возьму Сахалину Кимпери, Сахалину с привет. Жарко у нас, плохо видно. Загораю, прилечу Лос-Анджелес, выйду в эфир с тобой. Хорошо, Кристина, давай. Давай придумай какую-нибудь интересную тему. Ты как классный психолог расскажешь нам, не знаю, о супружеской как бы верности и почему распадаются браки. Как этого избежать? Давай что-нибудь придумай, какую интересную тему. А то, что женщина будет на работе, будет батрачить, то есть она будет от этого развиваться, только уставать и становится злой. Почему обязательно работать? Я говорю, а вообще каких-то интересах, как бы, обязательно батрачить, чем-то заниматься, увлекаться чем-то, что-то читать, там, не знаю, в чем-то развиваться. Не только там в бытовухе, она по поводу там бывшей жены, она молодец, по бытовухе она делала все. Но она просто углубилась в это во все, там, и больше ничего это не интересно. Это классно, но хотелось бы тоже, чтобы с ней было бы о чем-то поговорить, не о тряпках, допустим, у меня как там ребенок посрал там сегодня. Там, это интересно, может быть, год-два, там, не 4 года ты живешь. Развиваться, может быть, в бизнесе, там, не знаю, что-то там, что-то генерировать вокруг себя, не знаю. Но это сложно, я не могу сказать, дать рецепт, как вот быть интересным. Что-то в этом есть все равно. Спасибо, Костик. Надеюсь, в Инсте ответишь. Хорошо. С Гузей общаешься. У нас нет общих интересов, чтобы общаться, нет общих тем. Были эмоции, которые давно поросли мхом. Боже, какой смешной. Пожалуйста. Ты петух, а ты черт. Галимый. Купишь мне iPhone X? Нет, не куплю. В Амурке тоже ночь, конечно, Дальний Восток. Что значит возьму? Я думал, сам наберешь. Да, хорошо. Насколько старше он своей девушки? Кто он? Говорят, ты пиздалис. Говорят, ты, блядь, албанец уебан, мы тебя блокируем, скрывать. Пошел нахуй, черт. Ты сейчас напоминаешь львенка из мультфильма. Ну, кстати, я такой и есть сейчас, львенок, который лежит на пляже. Женщина, вот Кристина психолог там пишет, Браун Кристина. Женщина должна жить не только для мужчин, не только мужчины. У нее должна быть своя жизнь, свое развитие всю жизнь. Вот, об этом я и говорю. Тогда ты немножко будешь... не его, так скажем, ты будешь немножечко такая, как бы, самодостаточная. Это привлекает мужчин, когда ты женщина самодостаточная, и у нее есть какие-то интересы помимо мужчины. Это привлекает, правда. Гозис в прямом говорил, что это Альфонс, это пиздеж. Она такого не могла сказать. Сколько боксом занимаешься? Очень давно, но не профессионально, для себя. Привет, сладенький. Привет, сладенький. Как Дом 2? Давай назад, тебе без тебя там скучно. Без меня говно, да? Пишите петицию, президент. Костя, почему некоторые мужчины очень жадные, а хотя девушка красивая и ухоженная? Слушайте, но, знаете, мужчина никому тоже ничего не должен. Мужчина должен давать и кайфовать от этого. Если мужчина не дает, значит, что-то в женщине не так. То есть она, значит, не может так вот развить такие отношения, чтобы мужчина дал и кайфанул. А когда женщина выпрашивает, ну, это просто проституция какая-то. А вот долбоебы и долбоебки оскорбляют Костю, вы при встрече связали бы пострелянию. Да, это, Марина, не обращай внимания, люди такие, знаешь, потявкают. Передай Воронежу привет, Воронеж, привет. А как же ваш магазин, когда открывались Гозис, это уже общее? Ну, как открывали вместе, оказалось, что она одна. Так бывает. Я как-то зашел в наш магазин, как вы говорите, в Инстаграм, а там уже пароль поменен. Я говорю, ну, понятно. Вот и магазин. Такой бред тебе пишут людям, так интересно, копаться в шумбелье. Это всегда интересно покопаться. Я просто первый раз тут, сколько телочек подлизывается, попрошаю. Заходи почаще. Ты не такая. Так. Они жадные не для вас, они жадные душой. Это, видимо, Кристина про мужчину говорит, про жадных. Ладно, ребят,
Очень классно было с вами поболтать. Всем привет из солнечной Москвы. Я, пожалуй, отключусь. Покажу виды, которые у нас тут. Это фитнес-зал .tennis.ru. Я буду с вами прощаться. Заходишь, Гозис, в инстаграм только по чесноку. По чесноку захожу, но уже не захожу, так как не захожу. Раньше заходил, честно, по чесноку. Как тебе, Бузова, отвратительно. Все, пока. Всех целую, всех обнял.